у всех наших пациентов есть неиспользованный потенциал, который мы можем реализовать. Акцент на мобилизацию резервов пациентов. Из этого будут исходить акценты на ваши гипотезы, что мешает пациенту нормально двигаться, нормально ходить, нормально поворачиваться, нормально садиться. При инсульте стараемся достичь максимальной независимости пациента и способность пациента к действию в повседневной жизни. Если у нас мышца в спастике, нам надо ее расслаблять и приводить в нормальный мышечный тонус. Если она вялая, ее надо повышать. Так называемая третья рука при использовании экзарта. Мы можем вывесить или всего пациента в любом исходном положении, лежа, сидя на четвереньках, лежа на боку. И за счет вывешивания мы можем избежать тяжелых нагрузок, создавать удобное релаксирующее положение для пациента, сделать это безболезненно и легко контролировать или сегмент тела, или все тело.